Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 20 июля. У нас утро, уже не ранее, часов, наверное, 10:30, может быть, ближе к 11. Мы только проснулись, так как вчера весь день мы ехали, наконец, приехали. Испания нас встретила, в принципе, дождем. Жарко и мокро. У меня сегодня будет хозяйственный блог, потому что дома абсолютный кавардак. Воду, полив. Скажу почему. Так как нас очень редко мы здесь бываем, и в принципе вода, конечно, очень дорогая. Постоянно поливать газон, выходит просто безумные траты получаются. Сегодня я включила полив. За 2 недели здесь травка будет зеленеть. Надо разобраться еще, наверное, с садовником, который приходит вот траву стричь. Не знаю, что он ходил сюда, не приходил. Тут, видимо, какие-то... Ну, травы там особой нету, то есть она вся выгорела. Но вы видите, какие-то маленькие кустики такие растут. То есть я так понимаю, что вот здесь вот видно. Вот здесь прям вообще как будто никто вообще не приходил сюда. Вот, так что я сегодня буду все это решать. Смотрю, там у меня яблоня вся какая-то уже немножко осыпалась. Яблоки в этом году будут. Яблоки здесь, знаете, такие, как вот golden сорт, да? То есть они рано поспевают, такие довольно-таки мягкие, летний сорт. Ну, вкусные, сладкие, кисло-сладкие. Но я смотрю, тут уже начал все опадать. Опять же, наверное, то ли из-за того, что она не поливается, то ли просто вот птицы, что ли, клюют. Потому что я смотрю, тут вот прям выкрывано. Так, что еще у нас в этом году будет? Я вот сейчас посмотрела, у нас в этом году будут лимончики, но тоже немного, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть вот они завязались. Это все обычно поспевает в январе. И еще вот апельсинки, не знаю, видно вам или нет, вот они. Тоже это все в декабре, в январе. И еще я тут нашла, у нас завязались гранаты. Гранаты поспеют... Наверное, ближе к сентябрю. Это белые гранаты, они такие не красные. Вот, очень-очень сладкие. Вы знаете, что у нас обычно не бывает, когда они поспевают, и они прям вот буквально стоят неделю, а потом они взрываются. А ты что нашел? Лимон нашел? А зачем ты его сорвал, Лукаш? Он бы вырос большой. Ну, я хочу. Ну хорошо, больше ничего не рви. Ладно, с куста, хорошо? Давай ему, дай ему дозреть, чтобы он же был желтым. Желтый надо срывать, хорошо? А посмотри, вот эти да. Но они еще нет, они маленькие еще. Ты зубы почистил? Да. Молодец, сейчас в магазин поедем. Нет, после коса. Ну хорошо. Мы сейчас делаем покупки на неделю. Стараемся, потому что очень жарко. Дошка сторожит тележку, Лукашка нарезает круги. Первый день, когда мы приезжаем обычно на каникулы, его вот это аутистическое поведение, оно прям зашкаливает. Я ему даю возможность пробегаться, про себя самостимулировать. Завтра будет все нормально, придет норма. Стоим, ждем у прилавка с рыбой. Хотим купить дораду. Дорада здесь стоит 7,99 за килограмм. 4 штуки. Это не рынок, это, в принципе, супермаркет. То есть я купила 4 дорады. Меня спросили, хочу я, чтобы их почистили. Я сказала, оставляйте голову, но все остальное можете вырезать. То есть мне сейчас рыбу отдадут выпотрошенную, с отрезанными плавниками и без чешуи. Так, все сегодня медленно. У нас на обед сегодня куриный суп. Уже 4 часа, мы еще даже не обедали, но мы все не позавтракали около 12. Так, мы сделали огромнейшую закупку. Так, на обед суп и салат. Салат я еще не перемешала. Закупка огромнейшая. В овощи я еще почти не все положила в холодильник, то есть они не влезли. Вот то, что у нас, как сейчас холодильник выглядит. Я обожаю такие вот, такие холодильники. Надеюсь, нам на несколько дней этого хватит. Сегодня первый день каникулы. Мы, в принципе, отходим от дороги, потому что вчера, конечно, мы добирались что-то очень долго. Мало того, что наши приключения в Англии же длились дольше на... То есть мы уехали не сразу, мы заезжали, забирали сына со школьной поездки. Потом... ехали
до парома очень что-то долго. И так как вчера, видимо, первый день французских каникул, мы еще попали в трафик во Франции, то есть в нескольких местах. Добирались что-то очень долго, и все, конечно, вымотались. Вот мы сегодня, у нас, во-первых, мы сегодня позавтракали только в 12, пообедали в 4. Сейчас вот отдыхаем, даже просто сил никаких нету, там надо кое-что разобрать, прибрать, но я думаю, что, может быть, завтра все это сделаем, у меня сегодня вообще нет сил. Гоша потерял крестик, вот сейчас плавают, ищут, Лука помогает. Лука, нашел? Не нашли? Мне кажется, он где-то здесь. А вот это что такое? На лестнице. Пап, мы нашли. Ты нашел? Он там, что ли? Да, нашел? Молодец. Я сегодня готовлю дораду, так как блок сегодня домашний, собственно, все, что было под рукой, я в нее запихнула. Это петрушка, лимон, сверху картошка, чесночок, помидорки. Соответственно, я посолила, поперчила. Сейчас заверну в фольгу и буду запекать. Все, мои рыбки готовы, я их завернула в фольгу. Сейчас я их поставлю в духовку. Минут, наверное, не знаю, на 25 точно. Моя рыба готова. Надеюсь, что она прожарилась. Выглядит, мне кажется, достаточно. Я ее продержала. В духовке она была, наверное, минут 35 точно, если не больше. Потому что для рыбы это достаточно. Что ее ужаривать, правильно? Мы вышли на прогулку. Подошел первый день наших каникул к концу. Пошли вообще-то кататься на скутере и на велосипеде, но Лука заметил тут поливалку. Он и Гош тоже присоединился, долго он смотрел. Решил быстро пробежать через фонтан. Опа! Ну давай, Лука, теперь твоя очередь. Ну что, мы так дальше поедем, да? Да. Да? Ну поехали. Зато ребенок доволен. Сегодня второй день каникул. Мы пришли в норму. Выехали на море. Сейчас очень рано, еще 10 утра. Мы стараемся приехать на море пораньше. 10 с 10, где-то до 12:30. А потом мы едем домой, потому что становится очень жарко. И очень много народу. Сейчас можно искупаться. Дети пошли вон крабов ловить за мной. Вот Гоша туда пошел, а Лука вон уже там кверху попой стоит. Что-то ловит. Сейчас пойду посмотрю, что они там пытаются выудить. Лука решил за старшим братом полезть на скалы. Гоша у нас такой ловкий и умелый. И Лукаш там еле ползет. Ничего, пускай тренируется. Слов какой-то есть сегодня? Лука, ты что поймал? Что ты поймал там? Краба одного, что ли? Я не вижу, что у тебя там. О, краб и что? И маленькие рыба. Гоша, у тебя что? Ого! Вот это да! Там столько живности. Все, идите отпускайте все, и мы поедем домой скоро. Можно ловить? Можно. Иди отпускай. Я задумалась, почему я, собственно, на кухне провожу свои каникулы. Второй день уже. Поняла, в чем собака порылась. Когда мы в Англии, дети в школе, и поэтому я практически не готовлю завтрак. Ну, завтрак у нас там тост или что-нибудь такое очень простое. Обедают они в школе, приходят со школы. Лука приходит в 3:30, а Гоша вообще около 5. Поэтому мы только ужинаем. Собственно, от меня требуется приготовить ужин. А здесь завтрак, обед, ужин. И еще вот они сейчас попросили полдник, сейчас будут готовить им пиццу. Мы делаем такую самодельную пиццу, как бы готовое, правда, тесто. И тут томатная паста и сыр. Ничего особенного, но на перекус сойдет. Дети вообще целый день в бассейне на батуте. Тратится много энергии, поэтому до ужина никто не доживает. Да? Все голодные. Угу. Да, Гоша?
Лука у нас обожает оливковое масло. Просто не рыбий жир, а вот именно оливковое масло. Да, Лука? Совсем и с пиццей, и с салатами, с фруктами. Мы в этот раз не взяли с собой Аму, потому что здесь очень жарко, и из-за того, что мы потом улетаем в Россию, для него будет, ну, проблематично его оставить здесь. То есть он остался в Англии, но у нас есть собака, которая приходит к нам каждый день, по нескольку раз в день, и мы с ней играем. Пупис поплыл! Папа! У нас третий день каникул, я только встала, еще даже не могу прийти в себя. Ко мне пришел Пупис, уже косточку свою получил. Да, мы хорошие, да, мы хорошие. Сижу, пью пока не кофе, а просто теплую воду с лимоном и медом. Стараюсь пить это каждый день. Не всегда, конечно, получается. Но по опыту я скажу, что такой заряд бодрости после вот, особенно если еще в зимний период я добавляю имбирь, даже мозги еще не проснулись. А с имбирем вообще суперски, никакого кофе не надо, просто так, пух, сразу включается мозг. Сейчас имбиря у меня нету, но просто лимон и мед. У нас сегодня такой интересный день, к нам придут сегодня вечером гости, мы сейчас позавтракаем. Я очень уважаю свою минуту тишины, они бывают у меня крайне редко. Сейчас все спят, я пойду сейчас готовить завтрак. Думаю, что через несколько минут уже начнут народ подгребать. Мы пойдем на море, потом мне надо съесть в магазин и будем ждать гостей. У нас 22 июля, вечер. Мы ждем гостей. Лука, правда, пошел купаться. Что-то он зажарился сегодня. У нас жарище жуткое. Немножко чуть-чуть спала жара, но уже 8 часов вечера, но все равно. Вот я только из души и опять уже жарко-жарко. Гоша у нас отважился сегодня делать барбекю. Сейчас я покажу, что у нас на столе, пока еще ничего нет. Меню сегодня будет чисто традиционно английское меню. Бургеры и сосиски, картошка, салат. Смотрите, какая вот рыба у меня. Это подарок на день рождения. А розы мы привезли с собой из отеля, еще из Англии. То есть мне подарили как постояльцу, с днем рождения поздравили. И розочки до сих пор стоят в этой рыбе. Вообще прикольно. Ну, они уже немножко начали подвидать, но они пересекли Ла-Манш, они проехали всю Францию, и 3 дня они стояли на жаре. Сейчас я буду остальное все на стол ставить, все напитки и все остальное. Гош, там угли уже прогорают, да? А так, ну наш стол начал обрастать едой. Наверное, рыбе придется переехать куда-нибудь, потому что уже места нету, а у нас еще картошка и бургеры. Угли еще не прогорели, и гости пока еще не появились. Вечеринка в самом разгаре. К нам пришли гости. Все отдыхают с малышом. Дети в бассейне отмокают. Oh, it's nice. Oh, puppies. Everybody loves you. Nice. Лучшие друзья. Дети и собаки. О, Пупис полюбил Лео. Пупис. Пупис ждет. Ждет котлету. Пупис, ты к нам. Наши гости ушли. Мы убираем стол. Надеюсь, вам понравился мой блог. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Mm-hmm.